Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Realme 9, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем браузер и далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу, нажимаем «История». Далее мы нажимаем «Очистить историю» и выбираем временной диапазон, за который хотим ее очистить. Например, это могут быть последние 24 часа. Далее выбираем историю, что именно мы хотим очистить. Это может быть история браузера, это могут быть файлы куки, либо данные, сохраненные в кэше, и нажимаем «Удалить данные». Вот, и история очищена. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.